Сегодня я предлагаю рассмотреть пятерку самых эстетичных бодибилдеров. Здесь будут представлены спортсмены разных эпох и категорий. Мое мнение субъективно, поэтому оно может отличаться от вашего. Легендарного Арнольда Шварценеггера я специально не стал упоминать в топе. Топ-5 рассмотрим без него. На пятое место я поставил Ронни Колмана. Человек, благодаря которому открытая категория стала намного сильнее, восьмикратный мистер Олимпия и феноменальный атлет, бесспорно, но мог бы расположиться на более высоком месте, однако я поставил его на пятое место. На четвертое место я поставил Серхио Олива, легендарный кубинский бодибилдер, трехкратный победитель турнира мистер Олимпия. Симметричность, тонкая талия, пропорциональность – это основные качества Серхио Оливы. На третье место я поставил Флекс Льюиса. Пятикратный мистер Олимпия обладает не самыми впечатляющими габаритами, однако его телосложение весьма симметрично и эстетично. Нестареющий Робинсон на втором месте. В свои годы Робби Робинсона отличала невероятная рельефность и впечатляющие руки. Даже в 74 года он продолжает заниматься любимым делом, но уже в качестве тренера. На первое место я поставил Фрэнка Коломбо. Двукратный мистер Олимпии, лучший друг Арнольда Шварценеггера, Фрэнка Коломбо, которого, к сожалению, не стало в прошлом году. Симметричность и эстетичность. Без монструозных мышц – вот что выгодно отличало Фрэнка Коломбо. Также можно было назвать много великих атлетов, таких как Фрэнк Зейн, Ли Прест, Том Платц, Ларри Скотт и других. Но этот топ ограничен 5 людьми. Так что пишите в комментах, кого вы считаете самым эстетичным бодибилдером.